Зашлась. Вот еще хотела вам что показать. Смотрите, это автор Джим Филд. Очень его люблю. Вот он как раз Ленину, вот Лена Халу показывала, да? И вот он ее сделал. Купила тоже эту книжку в Лондоне, когда еще даже не знала Джим Филда. Вот. Просто мне понравилась история. Мне показалось... Я даже, вот знаете, не для себя купила ее, а именно для ребенка, для Нины, потому что мне очень нравится шрифт здесь. И волки такие... Мне просто очень нравится история, я знаю мои дети, я просто знала, что моим детям она точно очень понравится. Вот, просто простая волка, и как они... Стихотворение тоже очень такое прикольное. Характер классный, вот, стихотворение такое очень приятно читать. И про то, как про маленького волчонка, и как вот их выгнали из их дома, да? Прикольно, да? Вот, они отправились в путь искать новый дом, стая волков вот в горах, да? Очень красиво книжка оформлена, да, в таких всех серых цветах, таких серых, голубых, приятно очень. И он отбился от стаи. Вот это такой приемчик Джима Филда часто используется. Эти как будто одна гора, да? Но разные вещи здесь происходят, вот. Мне нравится, прикольно. Вот, видите, все такое серое, красивое. Вот он, бедненький отбился от стаи. И вот, видите, на снегу остался совсем один. Вот. И книжка, собственно, о его приключениях, как он назад, как он шел назад домой, кто ему помогал в этом приключении, да. Опять этот же приемчик такой. Вот. Тут вот он на льду, причем лед такой коричневатый, и вот он проваливается под воду, вот такой. Тут очень прикольные ракурсы такие. Ну вот, и его, конечно, юникорн морской, или как он, нарвал называется, спасает, там его к моржу, вот, ведет. Ну и так далее. То есть каждый помогает ему чем-то на его пути. Вот это такой вот. Вот он. Такой прикольный. Вот, ну, вся книжка так очень выдержана в одном цвете. Прикольный шрифтик. Вот очень профессионально. Тут вот и олень, да? Такие пейзажи классные. Вот это потом ему кто-то, моль такая, мотылек помогает дальше. Вот. И вот в конце концов он, вот он, прибыл к маме с папой. Нашел все-таки он свою стаю. Вот. И с тех пор он решил, что он тоже будет всегда всем помогать. А вот эти все животные в северном сиянии, которые ему помогли. Вот такая очень история, простая. Ну, как я предполагала, правда, она детям нравится. Вот он с мамой, с папой. Все хорошо. Такой отважный волчонок. Угу.